Так, после бани мы открыли чемпионат по дротикам. Кидаем дротики. Под аксу, да. Сейчас вот очередь Андрея. Так, дистанция 5 метров, да? Пошел. Засекаем. Есть. Не спеши. О, десяточку, да? И сейчас мы пройдем, проверим. Есть, да? Так, проверяем, куда ты попал. Ну, одна у тебя девятка точно. На границе с десяткой. Вот она, да? Потом у тебя шестерка, семерка, две штуки. Да, и одно молоко. Да. Так, ну снимай теперь, как я. Просто отходишь, снимаешь, нажимать ничего не надо, запись идет. Все. Теперь моя очередь. Надеваем супер поляризационные очки. Помогает нам это. Все, давай. Рука. Надо кидать. Дерево тоже хорошо. Промазал. Дерево. Промазал. Все это было заснято. Да, зафиксировано. Первый раз я попал в все. Уже рука болит попадать. Так, ладно. Дарси, давай, сохни, переодевайся, да погнали по делам. Дальше. Вайсберг. Безалкогольная пиво. Вот что делает, да? Пшеничная. Вайсберг улучшает реакцию. Улучшает. И попадание. Главное, дротик. Чтобы там не было осы, бо реакция улучшится еще лучше. Ну да, оса это да, серьезно. Наклеил пленку на задние стопы, чтоб не выгорали. Ну что, понеслась? Да это уже руки устают под конец. Нормально, все. Так, а ты будешь кидать Свету? Дай Свете, пусть покажет мастер-класс. А ну. Ну давай. Погнали. Опа, есть. Ты даже ногами помогаешь кидать. Ты сильнее. Но ей трудно отталкивать просто. Ну как баня вообще, ощущения? Ощущения просто огонь. Вот купель. Это, да. Нормально все сводило, сделал. Попарился я вообще ништяк. Четыре захода. Я думаю, пятый уже, уже лишний. Да, конечно. С дубовыми вениками, да? Все как полагается. Во второй бане мы парились. Новые дубовые венники и баня. Хоть на вторую полку залазишь и кайфуешь. 70 градусов, но здесь даже побольше. Делаю обзор таких вот бани. Ага, сейчас.